Россияне будут отдыхать не только на майских праздниках, но и между ними с 1 по 10 мая включительно. Такое решение принял президент страны Владимир Путин. Рабочие дни начнутся с 11 числа. В первую очередь это необходимо для стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Соответствующий указ президент подпишет в ближайшее время.